Выбраны слоган и логотип, разработана тематика и намечен план мероприятий. Концепцию 18-й международной экологической акции «Спасти и сохранить» сегодня обсудил оргкомитет в правительстве Югры. Пройдет она с 19 мая по 10 июня и объединит 32 мероприятия межрегионального и международного уровней, в том числе одноименный телефестиваль нашей телекомпании, который в этом году состоится уже 24-й раз. Это не только конкурс среди телевизионщиков на лучшую эколого-просветительскую работу, но и целый марафон добрых дел. Он дает международный акцент нашей акции. Почему? Потому что к нам приезжают и приходят работы из 50-60 стран мира. То есть о нашей Югре узнают люди. Мы проводим встречи с журналистами, мы рассказываем, что у нас здесь делается. Они, соответственно, доносят в своих странах вот эту нашу позицию. В этом году завершается десятилетие биоразнообразия ООН. По этому случаю решено реализовать региональные проекты, такие как сохранение лесов и развитие экологического туризма.